Самарский стрелок выиграл золотую медаль международных соревнований баскетболистки и чемпионки Саранской спартакиады. Летний кубок по теннису разыграли юные спортсмены Самарской области. В Тольятти разыграли летний кубок по теннису. На открытом чемпионате Самарской области за медали играли и спортсмены из Димитровграда, Ульяновской области. У них одна золотая медаль. У сборной Самары три награды разного достоинства. Чемпионкой стала Варвара Федорова. Первое место в командном зачете у Тольятти. 8 медалей в копилке. По 3 бронзы и серебра и 2 золота. В Саранске, Мордовия, финишировал финал спартакиады учащихся Приволжского федерального округа. Сборная Самарской области по баскетболу без проблем добралась до финала, где легко разделалась с женской сборной Татарстана. Счет матча 55-30. Впереди у самарских баскетболисток всероссийский финал. Игры намечены в июле в Ростове-на-Дону. Евгений Ищенко выиграл золотую медаль в личном зачете на международных соревнованиях по пулевой стрельбе среди юниоров. В квалификации самарский снайпер выбил 622 очка. Финал оказался сложнее для Ищенко. Однако 203 балла сделали его чемпионом. На втором месте индийский спортсмен Ахилл Шеоран, третий у россиянина Романа Мейлкова.